Один интересный молодой человек, Алексей. Хотите прикол расскажу сейчас, ребят? Расскажу прикол, вообще офигеть. Короче, этот мальчик, Леша, он, значит, мы думаем, типа, он очень хорошо говорит по-русски, но с акцентом. То есть слышно, что он как будто русский, но давно очень живет во Франции. Мы говорим, типа, ты вообще откуда? Он говорит, а я вообще с пяти лет живу во Франции, потому что мои родители русские, они были первыми, кто в 86-м году... В 83-м и 86-м году они первые делали роды в море, прикиньте. И, короче, они были первыми в России, кто вообще эту тему запустил с родами в воду. И его мама 4 раза рожала в море. То есть, короче, в Крыму там где-то, короче, потом последний ребенок у них уже на Корсике родился в море. Типа, вот они были такие новаторы. И его папа, он был, значит, этим фотографом всего этого, вот этих родов в воду, естественных родов и раннего плавания. И, короче, их пригласили во Францию, и они там остались в 86-м году, и до сих пор они живут там. Он говорит, что я типа с 3 лет живу во Франции. В общем, очень интересно. Такая история. В общем, я, помните, писала, ребят, у кого есть вписка в Париже, кто может нас вписать, вот, в общем, нашелся вот такой интересный человек. Короче, поэтому здесь у нас целая ферма в нашем распоряжении огромная. Значит, ну что, ребят, я хочу вам сказать, что сегодня у нас будет практика на тазобедренные суставы. Почему важно работать со своими бедрами, да? Почему? Потому что бедра накапливают огромное количество обид, огромное количество переживаний, страхов, вот всего вот этого. И мы очень в жизни в обычной, мы вообще никаких практик на раскрытие тазобедренных не делаем, да? То есть если мы еще в обычной жизни можем там прокачивать руки как-то там в жизни, да, или ноги, или кардио, или сердце, то с бедрами, ну, мы вообще не занимаемся. То есть нет таких позиций в обычной нашей реальной жизни, да, когда мы сидим за столом, сидим в машине, сидим в автобусе, идем, тазобедренные при этом абсолютно не задействованы. И это очень плохо, потому что тазобедренные непосредственно связаны с органами малого таза. Когда мы раскрываем тазобедренные, у нас улучшается циркуляция в органах малого таза и так далее. И с точки зрения энергии, это, конечно же, про сексуальную энергию, про вообще свободу, про другую походку, да, в глобальном смысле, про то, как ты движешься по жизни. Потому что когда мы делаем практики на тазобедренной, вот на йога-шоте у нас есть и длинные практики на тазобедренной, у нас там 3 разных практики на тазобедренной, да. Когда ты раскрываешь свои тазобедренные, ты даже по-другому начинаешь ходить, то есть ты по-другому себя несешь. В общем, это очень интересно, и я действительно это люблю, эти ощущения, связанные с бедрами. Конечно, это может быть для многих челленджем, потому что там очень много напряжения скапливается. Вот. Но мы его проработаем. Так, доброе утро всем. Значит, итак, ребят, я просто напомню, что на йога-шоте, да, если вы еще сомневаетесь, идти вам или не идти, у нас там прям вот они рассортированы, да, несколько практик на грудной, несколько практик на плечи, несколько практик на пресс, несколько практик шпагат, прогибы, да, раскрытие, скрутки, да, детокс. Тазобедренные у нас там несколько, фанки бедра, свободу бедрам, то есть у нас там прям и коротенькие практики, и длинные, поэтому вообще не думайте на самом деле, стоит вам идти на йога-шоты или не стоит, стоит идти совершенно точно, потому что, блин, ну это просто охрененный курс, в общем, я не знаю даже, что вам сказать. Так, сегодня уже открыла первое видео, класс, Екатерина, очень рада. Кстати, те, кто сделал репостики, помните, вам открылась вчера практика очень мощная под названием «Дикий флоу», да, «Дикий флоу». Очень интересно было бы послушать, кстати, ваши отзывы вообще об этой практике «Дикий флоу». Вообще, как вам вообще такое? Так, ну что, друзья, вы готовы, да? Тогда давайте, сколько у вас есть времени? Если болеет, стоит ли заниматься? Смотри по состоянию, да, чуть-чуть стоит позаниматься, если болеешь. Ребят, давайте, короче, напишите, сколько у вас есть времени, и мы с вами поймем, как нам лучше выстроить нашу практику. Насколько вы сейчас готовы позаниматься? 30 минут. Так, дальше. Напишите, сколько у вас? 30. Час. Это уже не шот, дружище. Если час, это тебе нужно уже на йога-шот идти. Так, да, дикий, позже прожарю и расскажу ощущения. 15 минут. Так, если первый день критических дней, точно так же, смотри по состоянию. Если тебе нормально, ты не умираешь, то, конечно, занимайся. Час, 20 минут, 30, не более 30, 30, окей, 30, 15, 25. Хорошо, все, я примерно поняла, это в среднем 20-30 минут. Угу. Окей, друзья, мы с вами тогда закончим к 11, это железняк. Да, напоминаю вам, что 22 числа, то есть это уже сегодня 19, да,
20-е, 21-е, 22-е. Через 3 дня мы стартуем йога-шот, поэтому я всех жду на ковриках, жду всех в эфире. И в понедельник еще успею оплатить курс. Слушай, ну, ты можешь попробовать, я не знаю. Не знаю, что там с местами у нас, потому что мы договорились с командой, что мы не отслеживаем продажи, короче, мы не отслеживаем заполняемость, просто типа в потоке как бы смотрим, продаем и все. Короче, не следим за тем, сколько мест заняли, вот это все в этот раз такое у нас. Поэтому я не знаю, но думаю, что да. Ну что, садимся на свои коврики. Сейчас, вы знаете, что у меня сегодня какой штатив? Хотите увидеть мой штатив? Вот это вот изнанка блогерской жизни. Я потеряла штатив, я не знаю, где-то у Сашки его забыла дома. Смотрите, вот у меня теперь такой штатив. Это ботинок. То есть я просто ставлю телефон в Димин ботинок. Блин, это вообще... Потому что, знаете почему? Потому что я не могу его на стол поставить, потому что микрофон к нему подключен, и он будет падать. Так, ну, вроде вот. Устроились. Так, когда у меня день рождения? 22 февраля. Ничего не вижу, блин. Ты тоже свой потеряла? И я свой потеряла, прикинь. Можно ли отключить комменты во время практики? Ребят, ну там столько классных добрых слов. Ну как я их отключу? Там мне все пишут благодарности, сердечки, там вот это все, лайки. Практика во имя выздоровления. Очень хорошее намерение. Угу. Все, тогда вам мешают комменты? Блин, ну просто это же лайки, это же всякие классные слова, сердечки. Я их люблю. Не хочу отключать комменты. Ладно, давайте отключу. Черт с ними. Все, никаких больше лайков не будет. Все. Окей. Проверка. Все, влезаю. Окей. Друзья, усаживаемся на наши коврики. Маленькая настроечка. Двухминутная. И просто сядьте, вытянитесь вверх, расправьте плечи и скажите себе: я молодец, что я пришел на этот коврик. Скажите себе: я просто офигенный, я счастлив, начинается обалденный новый день, я приветствую этот день, я приветствую нового себя, свое новое состояние, я открыт, я доверяю. Я доверяю всему, что будет сегодня происходить в этот день, потому что я знаю, что это во благо. Это во благо мне, это во благо Вселенной. Все классно, все классно, все наилучшим образом. Да? И сделайте глубокий вдох, поднимите руки. И соедините ладони в намасте, опустите ладони. Выдох, опустите плечи. И побудьте здесь немножко, вот с этим жестом намасте, анджали мудро, символ единства и благодарности. С закрытыми глазами вытянитесь вверх за макушкой. Расправьте ключицы, удлините бока. Удлините поясницу. Почувствуйте пространство во всей асане, во всем теле. И найдите внутри себя что-то, за что вы сегодня благодарны. Может быть, вы находитесь в очень классном месте. Может быть, рядом с вами замечательные люди. Может быть, вы счастливы в своей реализации. Или, может быть, просто есть что-то, что вас сегодня радует. Хотя бы то, что светит солнце, или у вас есть эта жизнь, это чудо, эти возможности безграничные, да? Потому что если у нас нет жизни, то какой смысл вообще говорить о потенциале, о возможностях, если мы все это не можем прожить, прочувствовать, реализовать? А у вас есть такие огромные возможности, ребят, потому что у нас есть наша жизнь. Поэтому найдите что-то, за что вы благодарны сегодня, пусть это... приятное чувство тепла и благодарности разольется по всему телу. Почувствуйте, как оно создает еще больше расширения в центре груди. И сделайте медленный глубокий вдох с центра груди. И выдох благодарности.
И все вместе поем мантру Ом. И наклоняем голову к ладоням, приветствуем нашу практику. Открываем глаза. И, ребята, сейчас вытяните свои ноги, вытяните ноги, да, и согните правое колено, возьмите правую стопу, положите ее внутрь левого локтя и немножко покачайте бедро. Вы можете слишком высоко не поднимать голень, просто начиная мягко-мягко разогревать бедра. С любовью и заботой, вниманием проникая в точку, где происходит действие, да, эта точка сама себя сразу проявляет, мы чувствуем, что какие-то ощущения начинают там происходить, может быть, что-то тянет, может быть, чувствуем зажим, да, напряжение, вот такое все. И плавненько, медленно, мягко покачиваем это бедро, да, покачиваем его, покачиваем. И можно положить стопу над левым коленом, поставить руки сзади, согнуть левую голень, левое колено, и приблизить свой таз чуть ближе к левой пятке, да. При этом, пожалуйста, потянитесь грудью вверх. Еще потянитесь грудью вверх. Угу. Так, давайте тянемся грудью вверх. Да, и здесь просто находимся. Не забываем про флекс, стопа на себя, ощущаем бедро. Да, супер, супер, молодцы. Теперь отправьте таз чуть назад, вытяните левую ногу, вдох, вытянитесь вверх. Левая стопа на себя, правая стопа на себя, два флекса. Руками вытягиваемся вверх. Выдох, мягкий наклон вперед. Цифра 4 у нас образована нашим правым коленом и правой голенью. И расслабьте шею и просто здесь подышите в точку вытяжения, подышите в это бедро. Да, ребят, молодцы. Супер. И теперь возвращаемся, берем наше колено, кладем колено на колено. То есть просто смещаем правое колено на левое, половинка гомукасаны. Вдох вверх, выдох, мягкий наклон вперед. Наклонитесь к ноге, почувствуйте вытяжение задней поверхности ноги. Опять нырните в свои бедра, расслабьте шею. Мягкие, мягкое начало нашей практики, такое расслабленное. Жди дыхание проходит через всю спину. И вдох, возвращаемся. Выдох, намасте. Угу. Теперь, ребят, посмотрите, чтобы ваша стопа правая была на линии с коленом. Поставьте левую руку сзади и поверните правую стопу параллельно длинному краю коврика, левую стопу параллельно длинному краю коврика и поднимите выше ваше правое бедро. Мы находимся с вами в боковой планке на левой стороне, на левой ноге, левой руке и толкаем бедра выше, это боковая планка с поддержкой. Просто дышим здесь на 5. 4, 3, молодцы, 2, и на счет 1 упритесь хорошенько левой стопой и левой ладонью в пол, поднимите свое правое колено, шагните назад, да, и левая пятка к себе, выпрямите левую ногу, насколько это возможно, чуть-чуть раскройтесь в дикой штучке, супер, дышим, 3, расслабьте шею, еще удлините бок, 2, молодцы, и на счет 1 просто присядьте, ничего не меняя, видите, я ничего не дергаю, ничего не меняю, отлично, вытянитесь правой рукой вперед и обхватите свое правое колено, левая рука может быть просто сзади, либо вы, если вы нащупали пальцы, нащупайте, натяните руки, расверните грудь влево, вверх, вытяните левый бок, чувствуете левую сторону поясницы, и выдох, наклон вперед. Расслабляем шею, молодцы, дышим 2. 1, супер, отлично, ребята, возвращаемся обратно, все расцепляем, да, все расцепляем, подвигайте коленями, еще раз, вдох, вверх, наполняемся, выдох, скажите, я молодец, я уже на этом коврике, я уже что-то классное делаю, сгибаем левое колено, кладем стопу внутрь правого локтя, поднимаем голень чуть выше и начинаем укачивать свое бедро, укачивать, пробуждать его, особенно с утра, у нас на час раньше, ребята, понимаете, какой-то подвиг для меня, мы вчера приехали в 2 ночи, ладно, не отвлекаю вас, дышите, будьте внутри, будьте в своей практике, будьте с собой, да, растягиваем этот тазобедренный, просто наполняем его любовью и заботой, вообще, на самом деле, не важно, что вы делаете на коврике, важно то, с каким намерением вы это делаете, и если для вас это так очень кайфовый ритуал любви и заботы к себе, это самое правильное. Угу. Кладем нашу стопу над правым коленом. Не забываем про флекс. Вытягиваемся двумя руками вверх. Колено открываем наружу. Выдох, наклон вниз. И расслабляем шею. Опять закрываем глаза, уходим в дыхание. Супер. Плавненько возвращаемся. Ставим руки сзади. Сгибаем правое колено. Подползаем тазом ближе.
Да, покачиваем вот так вот бедрами. Говорим им, слушайте, бедра, как давно я вами не занималась. Как давно мы с вами не освобождали вас от напряжения, от сопротивления, от всего вот этого накопленных обид, переживаний. Да, покачайте их выше грудь. Ага, молодцы, отличненько. Супер, теперь отползаем опять назад, опять выпрямляем ногу. И, ребята, сейчас положите левое колено на правое. Угу. Это артха гамукхасана, половинка гамукхасана. Вытягиваемся вверх, нам опять нужно выровнять поясницу. Проверьте, поясница выровнена, она не круглая. Наклон, выдох. Лягте грудью на колено, расслабьте шею. И опять все внимание в бедра. Освобождаем с помощью дыхания пространство ваших тазобедренных. Да, мы молодцы, ребят. Супер, плавненько возвращаемся. Берем нашу правую руку, ставим ее сзади, да. Берем нашу левую стопу, и нам нужно поставить ее параллельно, полностью, да, полностью. Параллельно левому краю коврика, короткому краю коврика, длинному краю коврика. Правую стопу поворачиваем тоже параллельно краю коврика, толкаем бедра вверх. Боковая планка на правой стороне, поднимите руку. Дышим, ребят, дышим 5, отлично, 4, такая мягкая боковая планочка, 3, 2, на счет 1 крепко упритесь правой стопой, правой ладонью в пол и поднимите левое колено, вот, отшагните левой ногой назад, сразу правая пятка к себе, носок от себя, выпрямляем правую ногу, толкаем бедра вверх, раскройте грудь, расслабьте шею, дикая штучка, дышим, 3, почувствуйте эту утреннюю растяжку, утреннюю дикую штучку, как приятно телу. 2. Энергия начинает циркулировать. 1. Плавно садимся, ничего не меняя. Левая стопа параллельно нашему длинному краю коврика. Левая рука вверх, вдох. Вытягиваемся, выдох. И захват колена. Если получается завязаться сзади, зацепить руки в замок, отлично. Если нет никаких проблем, тоже отлично. Грудь вверх, вдох. Выдох, наклон вперед. Не забываем про флекс. Правая стопа на себя. И дышим здесь на 3. Молодцы, друзья. 2. И на счет 1 плавно возвращаемся. Супер. Возвращаемся. И просто переходим на четвереньки. Ребят, просто на четвереньки. Со вдохом прогиб. Уводим плечи назад. Ладони четко под плечами. Выдох, скругляемся. Вдох, прогиб. Лопатки вместе. Выдох. И еще разок. Вдох. Приветствуем новый день, выдох. Радуемся, что мы здесь, мы эти полчасика выделили на себя. Это йога-шот, выдох. Супер. И в какой-то момент просто толкните свой таз назад, оторвите колени, включите живот. И начните выпрямлять медленно-медленно ноги, не до конца. Толкать плечами свою спину. Да, собака мордой вниз. Толкните плечами свой таз назад. Толкните своими руками, плечами. Удлините бока, проверните таз дном вверх. Собака мордой вниз, 3 дыхания. Расслабьте шею здесь, дышим, 3. Все пальчики растопырены, симметрия. Отстройки собаки мордой вниз, ребята, у нас есть на йога-шоте. Там очень-очень подробные отстройки со всеми фокусами и акцентами. 2. Угу. Не забываем про прямую линию. Там я говорю лайфхаки, как вообще любому человеку выпрямить круто спину. Ага, и на счет 3 посмотрите между рук. Мягкий прыжок к рукам. Вдох, удлиняемся вперед. Опять же, отстройки всех асан, которые я сейчас показываю, есть у нас на йога-шоте в библиотеке отстроек. Выдох, наклон. Поэтому, если я что-то непонятно говорю, то просто смотрите на йога-шоте в отстройках. Вдох вверх. И намасте, опустите плечи, выдох. Супер, встаем на короткий, на передний край коврика. Поднимаем нашу правое колено к себе, вдох. Стопа на себя, флекс. Кладем правую стопу над левым коленом, раскрываем колено и присаживаемся чуть глубже, сгибая левое колено. Флекс, правая стопа. Таз назад, раскрываем бедра. Да, отлично, здесь дышим. 3, руки вверх. Руки вверх, молодцы. 2, еще. 1, вдох здесь. Выдох, отшаг назад. Чик, отшагнули, вдох, поднимаемся вверх. 90 градусов в левом колене, бедра четко параллельно. Центр груди вверх, подверните хвост, раскройте грудную клетку, дышим. 3, анджанеясана, high lunge. Взгляд вверх, грудь тянем вверх. 2, а копчик тянем вниз, то есть мы его подворачиваем, тянем вниз. А руки и грудь вверх, плечи тоже вниз. 1, вдох, проглаживаем пространство. И с выдохом наклон к нашей левой ноге, к левому бедру.
Наклонитесь, расслабьте шею. Сильно приподнимитесь на правом носочке. Угу, молодцы. Вдох здесь, удлинитесь на кончиках пальцев. И выдох, отшаг в собаку мордой вниз. Попробуем отшагнуть. Да, мы это подобно тоже на йога-шоте разбираем, как правильно отшагивать. Вдох, волна вперед, круглая спина. Очень круглая. А просто опускаем таз. Три волны делаем. Выдох, плечи назад. Вдох, грудь вверх. Вернулись. Вдох, вторая волна. Мне нужны ваши круглые спины. Вернулись, выдох. Угу. Третья волна, вдох. Молодцы, выдох. И вернулись назад. Супер. Поднимаем правую ногу. Вдох. Да, ребят. И что теперь происходит? Смотрите. Смена доминанта. Мы подтягиваем колено к себе и кладем правую стопу над левым коленом. Получается цифра 4. Вот если я встану к вам вот так, то вы вполне поймете, да? Вот что с моей ногой. Да, у меня цифра 4 здесь. Толкаем таз назад. Дышим. 3. Угу, отлично. Еще. Цифра 4. 2. И на счет один приподнимитесь на носке, подтяните колено к себе и шагните стопой между ладоней. Отлично. Опустите левое колено. Ребята, правую стопу сейчас уводим чуть вправо. Поза ящерицы. Удлиняемся на руках вперед. Проседаем чуть глубже. Еще. Просядьте. Удлинитесь от копчика до макушки. Выдох. Окажитесь на локтях. Выпрямите левое колено. Центром груди тянемся вперед. Отлично. Тянемся. Еще вперед. Дышим здесь на 3. Чувствуем, как мы раскрываем наши бедра. Молодцы. 2. На счет 1 возвращаемся обратно на руки. Оставляем на полу левую руку. Поднимаем правую вверх. И теперь делаем 5 вот таких динамических движений. 1. Раскрылись. Вытянулись. 2. Вытянулись. 3. Вытянулись. 4. Вытянулись. Раскрылись, вернулись, поставили левое колено на пол. Ребята, посмотрите на правую стопу, разверните ее чуть-чуть наружу, на 45, на внешнее ребро, это важно. Левую руку оставляем на полу. Толкните правое колено от себя, центр груди направляя вверх. Почувствуйте, как раскрывается здесь бедро. И захватите левую пятку, стопу, прижмите пятку чуть ближе к ягодице, продолжая раскрывать правое колено и тянуться грудью вверх. Дышим 3. Молодцы, чувствуете внешнюю поверхность левого бедра. И тазобедренный, молодцы, 2. На счет 1 возвращаемся обратно. Супер, поза ящерицы, отрываем левое колено от пола, поза дракона. Смотрим вверх и отшагиваем назад. Планка, вдох. Толкаем пятки вперед, колени, грудь, подбородок, выдох. Собака мордой вверх. Вдох, выныриваем колени, отрываем от пола, плечи назад. Собака мордой вниз. Выдох. 3 дыхания в собаке, дышим. 3. Оттолкнитесь от земли, молодцы. Супер. 2. И на счет 1 просто прыгаем к рукам. Чик. Вдох, удлиняемся вперед. Выдох, наклон. Со вдохом вырастаем, руки через стороны вверх, поднимаем, набираем энергию. Приветствуем новый день, ребята. Намасте, выдох. Вес на правой ноге сейчас, левое колено к себе, вдох. Сделали флекс стопой, положили стопу над правым коленом, присели, выдох. И остаемся здесь, чувствуя, как мы толкаем наш таз назад, как мы раскрываем бедра. Да, ребят, дышим 3, молодцы, в руки выше. Отлично, 2, еще ниже. Колено толкаете от себя. Стопа флекс. И 1. Плавно уходим назад. Смотрите, мы вес на правой ноге. Мы опустили руки. Мы перешли корпусом параллельно, отшагнули назад. Чик, оказались в анджаньясане. Поднимаем руки. 90 в правом колене. Вдох. Укореняемся. Выдох. Хвост толкаем вниз. Грудь толкаем вверх. Тянемся, создавая сопротивление. Подвернутый таз. Включенные ягодицы. Дышим. 4. Выше. 3, молодцы, ребят, 90, корпус чуть больше откройте, 2, откройте грудь. На счет 1 прогладьте пространство, наклон к ноге, выдох. Вдох, вперед. Отшаг в собаку. Выдох, волна вперед, вдох. И чатуранга дандасана или колени, грудь, подбородок, выдох. Собака вверх, вынырнули. Таз и колени у нас оторваны от пола. На йога-шоте я объясняю разницу между собакой, мордой вверх, и коброй. Как правильно делать, какие есть противопоказания. Намасте. Ослабляем шею, выдох. Левая нога вверх, вдох. Кладем наше
левую стопу на правое колено, цифра 4. Выдох. Кайф, да? И дышим здесь на 3. Раскрываем колено наружу, не внутрь. Еще наружу. Раскройте его вот в сторону левого края коврика заднего. 2. При этом бедра остаются на одной линии. И на счет 1 шагните левой стопой между ладоней. Ага, уведите стопу чуть влево. Окей, ладони внутри. Поставьте колено. Ладони внутри. Вытяните грудью, как ящерица. Приготовьтесь. Просядьте чуть глубже. Почувствуйте, что у вас здесь все раскрывается. И теперь выпрямляем ногу. Ага. Отлично, дышим здесь, ребят, на 3. Опускаемся на локти. И дышим. 2, молодцы, еще тянитесь вперед, открывайте это бедро, растягивайте его. Очень хорошо. Ага. И 1, возвращаемся на руки и делаем динамические движения, левая вверх. Открываемся, 1, 5 раз. 2, открываем плечо. 3, суставная гимнастика. 4, молодцы. 5. Вернулись. Поставили правое колено. Чик. Левая стопа наружу развернулась на внешнем краю. Угу, прям реально на 45. Толкните от себя колено. Подтяните к себе правую стопу. Захватите ее и подтяните ближе пятку к ягодице. Грудь вверх. Дышим. 3. Прокайфуйте это. Эту форму. Молодцы. 2. И на счет 1 плавненько возвращаемся обратно. Отрываем от пола наше левое колено, отшагиваем в планку, то есть правое. Вдох в планке, хвост подвернут. Выдох, чатуранга. Вдох, собака вверх. Выдох, собака вниз. Молодцы, ребят. Останьтесь здесь, собаки, на 3 дыхания. Я посмотрю время, чтобы вас не задержать. Отличненько, все клево. Вы молодцы. Дышите здесь, собаки, 3. Еще чуть-чуть. Дышим, дышим, дышим. 2. Ага. И на счет 1 давайте посмотрим между рук и прыгнем к рукам. Но знаете как? Снаружи от рук. Вот так. Хоп. Да, как лягушка. Растолкайте своими локтями колени. Толкните грудь выше. Маласана. Раскройте бедра, раскройте таз. Можете немножко вот так подвигаться. Угу. И дышите здесь на 3. Отлично. 2. И на счет 1 вырастаем вверх. Просто вытянитесь вверх. Вырастите сильные внутренние бедра, сильные ноги. Встаньте на коврик. Стопы вместе. Намасте, выдох. И сейчас мы сделаем просто 3 сурья намаскар, чтобы... Просто 3 сурья намаскар, чтобы разогреть вас, чтобы наполнить вас энергией. Вдох вверх. Выдох. Ныряем вниз. Все уже умеют делать сурья. На йога-шоте у нас есть подробные отстройки сурьи. Вдох вперед. Прям каждое движение разбираем. Выдох, отшаг. Вдох, планка, хвост подвернут. Выдох, чатуранга или ваша вариация. Опускаемся. Я даю на йога-шоте, опять же, вариации из чатуранги. Вдох вверх. Выдох, собака вниз. Дышим. 3. Ослабляем шею. 2. Вдох. 1. Прыжок. Выдох. Вдох вперед. Выдох, наклон. Вдох, вырастаем. Намасте. Вдох. Ныряем, выдох. Вдох. Отшаг, опускаемся. Вдох. Выдох. Дышим. 3. Сильнее оттолкнитесь от земли, почувствуйте симметрию, расслабьте шею обязательно. 2. Расширьте плечи. Вдох. 1. И выдох, прыжок. Вдох вперед. Выдох, наклон. Вдох, вырастаем. Намасте. Последнее сурья намаскар. Вдох. Выдох. Молодцы, вдох, динамично. У вас много сил, выдох, отшаг. Сразу толкните себя вперед, опускаемся, замираем. В чатуранге, ребята, отстраиваем, да, вдох вверх. Кто не умеет чатурангу делать, welcome на йога-шот, собака вниз. У нас очень-очень крутой мастер-класс по чатуранге с кирпичами, с ремнем. Как реально выучиться делать чатурангу за вот этот месяц, пока вы будете заниматься? Дышим. 2.
Угу. Дайте себе время, еще пару дыханий. Побудьте здесь с собой, со своей практикой, со своим телом, со своим состоянием, без ожиданий. И вдох. И выдох, прыжочек к рукам мягкий. Вдох вперед. Выдох, наклон. Вдох, вырастаю. И опустите плечи, намасте, выдох. Теперь согните колени, ребята, уткатасана. Вдох. Садимся на невидимый стул. Выдох, присели на стул. Сидим, стул, 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 дышим. Три. Всего три дыхания в стуле, хвост подвернут. Выше руки, я смотрю на вас. Вы что думаете, я тут не вижу, что вы делаете? Два. И садимся глубже. Один. Плавно, плавно, плавно опустились, расширили колени, сели. И смотрю, что у нас со временем. Когда мы сели, давайте сделаем следующее. То есть вы вытяните правую, левую ногу и положите, пожалуйста, правую стопу над левым коленом. Это важно. И откройте колено вниз. То есть у вас здесь параллельная, равномерная, равнобедренная линия. То есть ваша правая голень, она параллельна короткому краю коврика. Реально. То есть она не вот, вы не полулотос делаете, да, а реально вот так. Дальше мы подворачиваем левую пятку, кладем левую пятку четко под правое колено. Вот посмотрите, я не скрестила ноги, да, я совместила голени. То есть голени — это равнобедренный треугольник. Они параллельно, даже если вам сложно, то, может быть, у вас пока что вот в таком состоянии тазобедренный, сидите так, да. Но нам не нужно вот такое, нам нужно конкретно, чтобы левая голень была параллельна короткому краю коврика. Агнистамбхасана. Пробуем, усядьтесь, раскройте здесь себе ягодицы, ягодичные, вот. Когда вы уселись, неважно на каком это уровне, вытянитесь вверх, сделайте вдох. Перенесите кончики пальцев вперед, выдох. И либо вы просто остаетесь здесь, все сидят с закрытыми глазами, вы больше можете на меня не смотреть, закройте глаза. Либо вы сидите здесь и дышите, и чувствуете, как вы создаете пространство в бедрах, либо вы ползете кончиками пальцев вперед. Очень медленно. Супер медленно, как самый медленный человек на этом эфире. Просто дышите и погружайтесь. Мы останемся здесь на одну минуту. Дышим. Чувствуйте, как тело вас пропускает глубже, как оно открывает вам двери, которые сопротивление закрывало, не пуская нас глубже. Дышите. Направьте всю свою любовь, всю свою заботу в ваши тазобедренные. Почувствуйте, как они сегодня себя ощущают. Да, еще, ребят, побудьте здесь, не убегайте от дискомфорта. Еще чуть-чуть вперед. И плавно возвращаемся. Молодцы. Супер, молодцы. Супер, вы просто огонь, ребята. Распутываем, вернее, не распутываем, а ставим левую стопу чуть-чуть ближе к левой ягодице. И помните, мы с вами это вначале уже делали, когда вы приближали живот к голени. Опять сделайте так. Прям прокайфуйте этот момент, да. Вот сейчас уже по-другому, да, еще идут ощущения в бедрах. Хотя мы так мало занимаемся, да, такое короткое время, но тем не менее. Супер, да. Да, и теперь, ребят, опять выпрямляем ногу и делаем наше любимое. Ставим правую стопу параллельно коврику, неважно, короче, параллельно. Левая стопа параллельно, левая рука на полу. И толкаем бедра вверх, боковая планка с поддержкой, вдох, отшаг, в дикую штучку, выдох. И раскройте бедра, расслабьте их, сделайте компенсацию, раскройте грудной. Прокайфуйте этот момент, три дыхания, здесь дышим, три. Молодцы. Два. И на счет один присядьте. Супер, супер, просто молодцы. Окей, меняем ноги, сгибаем левое колено и кладем нашу левую стопу над правым коленом. Опять сгибаем и кладем, совмещаем голени. Понятно? То есть перед нами равнобедренный треугольник. Левая голень параллельно короткому краю коврика, правая голень, пятка над коленом, колено над пяткой. Угу, совместили, сядьте на обе седалищные косточки, удлинитесь вверх, вдох. Перенесите кончики пальцев перед голенями, выдох. Закройте глаза и начните углубление.
просто только вы, ваше тело, только вы, ваша практика. Вот вы исследуете свои ощущения, вы исследуете свои возможности. Привет! Просто погружайтесь глубже, ребят. Это ваше путешествие. Это только ваше путешествие. Есть только вы, ваше тело, ваше дыхание, ваш проводник, ваш внутренний гуру, который ведет вас глубже, позволяя вам проникнуть туда, куда обычно у нас нет возможности проникнуть. И просто дышите. Как много может ваше тело? Просто представьте, почувствуйте, дайте себе поверить в это. Возможности наших тел ограничены лишь нашим воображением. Ты расстилаешь кое-что от себя. Это мой йога-рэп. Самастхити, твои стопы будто корни. И все, что нужно сделать, это стать еще упорнее на пути познания, расширения сознания. Поискам истины не нужны оправдания. Все, что тебе нужно, уже есть внутри тебя. Поток мыслей замедляется. Читаврити нирудха. Вдох-выдох всем телом. Отпускаешь дыхание, практикуя каждый день осознанное созерцание. Чтобы делать йогу, многого не нужно. Специального или сложного нет ничего невозможного. Возможности наших тел в тисках воображения. Все твои реакции – это просто отражение того, что есть внутри. Зажимы, раздражение, еще глубокий выдох. Отпусти напряжение. Послушай тишину, звенящее молчание, наполняющую нас пустоту, божественное звучание здесь и сейчас, настоящего момента. Прими все части опыта, все его фрагменты. Ну ладно, хватит. Короче, вылезаем обратно. Вы молодцы. И делаем наше любимое. Выпрямляем ногу, сгибаем ногу. Пятка ближе к ягодице. Это был йога-рэп. Подтягиваем к себе. Это его одна пятая часть была. И центр груди выше. Немножко покачиваемся. Опять раскрываем наш тазобедренный. Прокайфуйте этот момент. Выпрямляем ногу. И оказываемся в боковой планке с поддержкой. То есть левая параллельно, правая параллельно. Толкаем бедра вверх. Отлично. Уперлись правой стопой и правой рукой в пол, отстроились и шагнули левой стопой назад в дикую штучку, развернули пятку к себе, носочек от себя выпрямили, правую ногу расслабили, шею. И дышим здесь на три. Молодцы, два. И один. Плавно вернулись. Супер, ребят. Ложитесь на спину. Сейчас посмотрю, что у нас со временем. Так, все, мы прям четенько укладываемся. Ложитесь на спину. Угу. И подтягиваем к себе колени. Направляем стопы вверх, захватываем их изнутри, happy baby, раскрываем бедра, вот, растяните колени, натяните колени прям ниже, еще ниже к полу, да, и покачайтесь здесь, качаемся в happy baby, счастливый ребенок, и чувствуем, как кайфово нашим тазобедренным, я включаю комментарии, вот, как кайфово сейчас нашим тазобедренным. Пускай они отпустят все напряжение, все, что осталось, все сопротивление. Пускай они отпустят все обиды. Все вообще, все не нужно. Все отпускаем. Да, класс. Супер. И вытяните ноги вверх, дайте себе толчок, подхватите свою спину. Саламба Сарвангасана, поза свечки или березка. Угу, Саламба Сарвангасана. И теперь возьмите и сделайте намасте стопами и раскройте бедра, раскройте колени в стороны. Да, и подвигайте вперед, влево-вправо, немножко своим тазом подвигайтесь. Ага. Супер, вытяните опять ноги вверх. И можете правую стопу опустить над левым коленом, цифра 4, мы с вами это уже сделали. Да, цифра 4. И поставить левую стопу сзади. То есть такая вариация у нас, интересная вариация. Халасаны, поза плуга. То есть правое колено мы все время стремимся открыть наружу. Ага. И возвращаемся обратно. Меняем ноги. Теперь левая стопа над правым коленом. И толкаем таз назад. Обе стопы флекс. Пробуем сделать халасану с цифрой 4. Дышим 3. Молодцы. 2. Отлично. И 1. Возвращаемся обратно. И плавненько поставим обе стопы назад за спину. Халасана, дышим 3. Активируйте квадрицепс. 2. Сильнее толкните таз вверх, удлините поясницу. 1. Захватите икры, плавно раскрутите спину, позвонок за позвонком на полу. Плавненько. Вот, еще. Прям разложите ее. Поставьте стопы на пол, стопы параллельно. Поднимаем таз.
мягкий прогиб, сделайте замок под туловищем, натяните локти под туловищем, стопы параллельно на ширине таза, сожмите невидимый кирпич своими внутренними бедрами, удлините бока, удлините еще больше талию, центр груди толкните к подбородку. И дышим здесь. Три. Отлично, ягодица активная. Два. И кто хочет, может войти в мостик. Отстройка, опять же, отстройка мостика у нас в йога-шоте очень подробно дается. Я сейчас ее не даю, потому что у нас с вами нет времени, но в шотах, посвященных прогибам, посвященным мосту, у нас прям очень подробная отстройка с кирпичами. Я все лайфхаки объясняю, как это травмобезопасно для поясницы делать. Угу. И возвращаемся обратно. Молодцы, ребят, вы все просто супер классно сегодня поработали. Возьмите правую руку, возьмите левую руку и похлопайте себе. Скажите, я молодец, я сделал это, я полюбил себя, я позаботился о своем теле, о своем состоянии, я врываюсь в новый день заряженным. И последнее, давайте сделаем скруточку, поставим левую стопу на правое колено, разложим руки как крест с двух сторон, приподнимем таз, положим таз чуть левее, а оба колена скрутим вправо. Посмотрите головой влево. Дышите. Да. И в другую сторону. Таз чуть вправо. Правая стопа на левом колене, взгляд вправо. И скрутитесь. Ой, прокайфуйте этот момент. Ага. И аккуратненько вернитесь в центр. Вернитесь в центр. И можете сделать шавасану одну минуту. Вот так соединить стопы, раскрыть таз, раскрыть бедра, раскрыть руки, раскинуться. И сделать глубокий вдох через свои бедра. И выдох через бедра. Расслабьте живот, расслабьте промежность, расслабьте таз. И почувствуйте, как все... Система, организм приходит в баланс. Как кровь с новой силой циркулирует по нашему телу. Вы сейчас очень здорово сделали своему телу. Вы действительно сейчас запустили все системы. Вы запустили лимфатическую систему. Вы запустили кровеносную систему. Кровь сейчас наполнилась кислородом и разносит его со свежей, с мощной силой, с новой силой. Все наши ткани и органы получают свежий кислород. И просто побудьте сейчас... Одну минуту в этой шавасане маленькой с собой. Побудьте в максимальной любви и заботе к себе, в этой тишине, где есть только вы, ваше тело, ваше состояние. И ничего внешнее не имеет значения. Подарите себе эту одну минуту в этом дне, когда вы тотально присутствуете на свидании с самим собой. Дышите и расслабляйтесь, 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 И сделайте глубокий вдох. И выдох свободы. И повернитесь, согните колени, повернитесь на свой любимый бок. И здесь еще раз полностью расслабьтесь. Полежите немножко. Полежите чуть-чуть, не торопитесь врываться в новую жизнь. Переходите из одного состояния в другое. Угу. И когда вы готовы, ребят, когда вы просто готовы уже, просто возвращайтесь обратно. Складывайте ладони в намасте и благодарите себя. Благодарите себя за то, что вы выбрали осознанно провести это время именно так. Сделать этот йога-шот в любви к себе, в заботе к себе. Да, эту короткую практику для себя. Потому что, начиная с себя, мы меняем мир к лучшему.
Почувствуйте благодарность. Отправьте эту благодарность в мир. Пусть сегодня это состояние наполняет весь ваш день, станет вашей путеводной звездой. Глубокий вдох. И выдох. И все вместе. Благодарю вас за практику. Намасте. Ребята, ну что, мои бедра и шея благодарны безумно, да? Класс. Приятно. А, друзья, вот как вы сейчас видели, да, достаточно всего лишь, вот мы занимались ровно полчаса. Вот вы сказали полчаса, мы прозанимались полчаса. Сейчас я включу микрофон. Вот вы как сказали полчаса, мы так и сделали. И вот вы заметили, что за полчаса возможно почувствовать себя абсолютно по-другому. Вот прямо кайф. Вот кто-то плачет, кто-то кайфует. Спасибо. То есть нам не нужно 2 часов, да, прожарки каждый день. Нам нужно, а там раз в неделю, раз в 2 недели. Нам нужно вот эти маленькие 20 минут каждый день. И у нас на шоте, на йога-шоте практики вот именно так и построены, чтобы вы, блин, я не знаю, как вам это объяснить, но я, понимаете, я их создавала просто вот максимально от души, чтобы люди кайфовали на коврике, чтобы они вот реально приходили, и 20 минут они были только с самим собой, и они понимали, вот насколько ценно эти 20 минут, и насколько коврик может быть твоим местом силы, да, твоим порталом в путешествие, в офигенное путешествие. Поэтому, ребят, я благодарю всех, кто был на этом эфире. Так, шея, бедра, голова и организм кайфует. Класс, ты очень... Кстати, Дарья, ты молодец, что ты болеешь, но ты сделала практику. Я хочу тебя поблагодарить. Я что, один мужчина, который практиковал? Я вспотела, благодарю. Нет, Шанти Спейс, с нами еще был Игорь Катамаранин. Он тоже практиковал. Это я тебе точно могу сказать. Да, спасибо. Эфир будет записан. В общем, ребят, 22 числа мы стартуем йога-шот. Все ссылки сейчас в сторис у меня висят, и можно присоединиться еще к нам. Вот, есть промокод, который я вам дарю на скидку 10%, это промокод состояния, вот, можете его применить, кто запомнил. Все практики у нас отсортированы на йога-шоте в зависимости от того времени, которое вы имеете. Например, это как, это, знаете, это как йога-рэп улыбнул, но он еще, да, это там будет, я хочу его записать, я, короче, приеду, это одно из моих заданий, я хочу записать йога-рэп. Ты расстилаешь коврики, встречаешься с собой, таким, какой ты есть, и уже ничего не скроешь от себя. Самасхити, твои стопы будто корни. И все, что нужно сделать, это стать еще упорней. На пути познания, расширения сознания, поиска мытина не нужны оправдания. Короче, присоединяйтесь к йога-шоту, ребят, нам у нас очень весело. На йога-шоте у нас есть тарифы с куратором. То есть это для тех, кто не уверен. Смотрите, у нас есть вообще несколько тарифов. Есть тариф просто, ты платишь самый дешевый тариф, и ты получаешь просто доступ к материалам, да, ты не с нами в тусе, то есть у тебя нет доступа к общему чату, там никто не проверяет твои домашки, там никто не обсуждает, как ты делаешь читурангу, то есть, ну, нет как бы поддержки, но есть просто доступ к материалам, возможно, это как бы для кого-то это, да, вариант. Второй тариф, у нас там 2 офигенных куратора, которые следят за вашими отстройками, которые проверяют, то есть это еще и способ обучиться четко, грамотно делать асаны, потому что для многих нет, ну, у многих нет понимания, как травмобезопасно, да, выстроить собаку мордой вверх, да, а как там стопы делать, а что при этом с плечами, а если у меня в пояснице зажим. И вот у нас кураторы как раз будут за вами приглядывать. И есть третий тариф, и объяснять вам все, да, последовательно присылайте домашки, они вам объясняют, там, дикую штучку отстраиваем, читурангу отстраиваем, собаку мордой вниз, воина, то есть у нас последовательно идет вот этот разбор асан. И есть третий тариф, он самый виповский, это где куратор вас берет лично, вот лично ты куратор, у вас отдельный чат, и ты можешь спросить у него, у нас 2 очень хороших куратора, которые все проходили мои курсы, которых я лично знаю, они были на моих йога-турах, они были на моих курсах, они уже не первый поток ведут, то есть прям претензий к ним нет, чётенькие, просто девочки, вот огонь, Ангар, Федерация йоги, все с дипломами, и личный чат с куратором, и для тебя это возможность прям четко вообще технически всю свою практику проверить и отстроить, да. Поэтому вот такие тарифы. Присоединяйтесь, ребятки. Я очень рада вообще вам всем. Я эфир обязательно сохраню, выложу в телегу для тех, кто не смог позаниматься. И пишите, отмечайте меня в сторис обязательно. Пишите, как ощущения в ваших бедрах. И последнее, что я хочу сказать, понаблюдайте сегодня за собой. Возможно, ваша походка изменится. Все, я вас всех обнимаю, целую. Это был йога-шот. И до встречи на коврике, может быть, завтра.
Я напишу, я хотела бы еще завтра тоже провести для вас. Вообще хочется каждый день для вас вести, просто все. Просто вести для вас каждый день и с вами вместе путешествовать и кайфовать.